странах Европы в минувшем году на 9,7% выросли продажи экологически чистых автомобилей. По данным Ассоциации автопроизводителей, всего в странах ЕС было приобретено 206 584 электромобилей и гибридных автомобилей, которые заряжаются от аккумуляторов. Продажи гибридных моделей увеличились на 17%. Однако в период с октября по декабрь продажи упали на 10,6% по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года.